В данном случае на этом столе у нас представлены образцы советского оружия периода Великой Отечественной войны. Это пулемет Дегтярева. А он какой-то копанный у вас, да? Да, да. Ну, поэтому он еще в реставрационном состоянии, он еще не доделал. Это винтовка Токарева образца 40-го года, автоматическая. А она там тоже копана, она щелкается как-то, можно там? Ну, она копана, вот видите, раковины. Ага. Это снайперская винтовка Мосина образца 1891-30 года. Год выпуска, вот здесь, кстати, на винтовке можно посмотреть. 43-й. Пожалуйста. А чем она отличается от обычной Мосинки? Дело в том, что Сергей Александрович Мосин изначально сделал три варианта винтовки. Это пехотная винтовка, это драгунская винтовка и кавалерийская винтовка. Они отличались длиной своей и немножко условиями использования, скажем так. Так вот, вот эта вот винтовка наша, модернизация 30-го года, она сделана на базе драгунской винтовки. Вот она, вот это вот образец ближе к драгунской винтовке, с особенностями, например, здесь, как вы видите, крепление ремня, прицела Коновалова, изменяемого. А он в шагах, да? Да, 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 это как раз тот, который в шагах. И открытые мушки. Видите, у нас намушника здесь нет. А это какого года там есть? 1915 императорский. Да, русский императорский завод. Ну и, соответственно, у нее вот ручка, да, измененная. Но, да, здесь лепесток затвора изменен, конечно, потому что снайперский у него, иначе вы не сможете перезаряжание производить. У нас вертикально же ставится. У нас прицел не даст. Угу. Это оружие Победы, пистолет-пулемет Шпагина образца 41-го года. И это пистолет-пулемет Судаева 43-го года. ППС 43. А это, говорят, лучший пулемет Второй мировой, да? Это самый дешевый и самый массовый. За счет того, что у него низкая себестоимость и легкое производство. А как он, вот можно показать, как раскладывается приклад, как он там разбирается? Разбирать я его точно не буду. Вот. А патроны? 44-го года. 44. Но это уже не в Ленинграде сделано, да? Нет, 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 нет. Это первые образцы были сделаны в Ленинграде. В условиях блокадного Ленинграда первые образцы были сделаны. Они 42-го года. А это уже то, что вывезенные чертежи. И в условиях обычных 43-го года они пошли массовые. Это оружие было распространено у разведчиков, танкистов, летчиков за счет того, что габариты небольшие, масса тоже. А у него вот, ну, переключательный на одиночный нет? Нет, да? Нет. Только очередь. За счет длины перемещения затвора, вот смотрите, насколько у него разница длина перемещения затвора. Угу. Ну, у него стабильный на 600 выстрелов. Это достаточно. А здесь на сколько? Ой, здесь, по-моему, на 850. А это какого года штука? Не, а 44. А у этого зарядка сложная, да? Его да, у этого зарядка сложная. В условиях окопа, в бою, перезарядить вряд ли возможно. А почему потом вот, вот эти не стояли на вооружении? Что почему там, стояли? Полиции не отдали, милиции. А зачем? Был изобретен в 47-м году автомат Калашникова. А. С универсальным патроном, другим. Во-первых, здесь пистолетный патрон. Дальность полета до 500 метров плюс рассеиваемость. Патрон Калашникова 7,62, дальность 1000 метров, четкость попадания, как у винтовки. Выпустили массово автомат Калашникова, вооружили всех. А что с ними сделали после войны? Вот эти, их же миллионами сделали. Они на складах так и лежат, получается? Почему? Продали в 60-е, 50-е, конечно, 50-е, 60-е армии. Ой, годы. Война в Корее, Китай воевал, Вьетнам воевал, Лаос воевал, вся Африка воевала. И все это с ППШ. Афганистан, посмотрите, афганцы 80-х годов, они вооружены либо немецкими маузерами, либо автоматами ППШ. Пулеметы Дегтярева точно так же. Никуда они не делись. Никуда они не делись. Не, ну сейчас уже в 90-е, светлые 90-е, не будем о политике. В общем, это все, конечно, спустили под пресс. Угу. Поэтому у нас сейчас нет мобилизационного резерва, мы собираем для нашей специальной военной операции с миру по нитке.
Но мы же не могли бы ППСами вооружить, тоже странно. Почему? 2014 год. Ребята из винтовок Мосина со снайперскими прицелами воевали против украинских националистов со полной... У него дальность полета 1000, прицельная, 3 километра дальность максимальная. Против М-14 американской, блин, 3 раза. То есть она вот та же снайперка актуальная сейчас? Да. Это лучше.